Мне очень нравится, что здесь музыка спёрта из дэндиской игры Mighty Final Fight. Даже опция есть. Эксперт! Эксперт! Мы эксперты, блин. А, вот тут всё норм. Чё это? Ты видишь, что он делает? Вот стой на месте. Чё это? Он танцует, ты чё? Он под музычку танцует. Он чёткий чувак. Ты смотри, тут даже этот потанцует, машину капот потанцует, наверное. Ну, они даже бегать могут. Ну, и вот. Круто, да. Ну, пошли. Да, но мерцает, конечно, экран дико вообще. Так бери! Ха-ха-ха, нормально! Это да. Ну, он даже супер есть тут. Не, знаешь, что в оригинале тоже супер были, но я не думал, что они здесь их тоже заморочат сделать. А как мне сделать? А вот. Вниз, вперед и удар. Ну, понятно. Ой, непроактивные! Ой, кошмар. Дальше идем. Я говорю, меня вот прикалывает, как он у тебя пританцовывает. Стуц. Так. Так, а мы... О, хорошо друг друга лупить нельзя. И ты так под музыку прям вообще четко. Я там что-то вроде как дрыгаюсь. Дыс. Так. Я говорю, это, наверное, танцоры. В воздухе так и... Я уже сама невольно начинаю головой. Так это тыкс. Короче, первая часть этой игры на Денди была официальна. Вот, и музыка оттуда взята напрямую. Ни хрена он заземлился. Он же мачо.
так думаю, тебе мяско не помешает. Оно сейчас исчезнет, придется мне взять. Сколько ж у него жизни-то, блин? Что-то его легко можно лупить. Как раз он бессмертный. И все, и вся игра. Не может быть такого. А может, надо экран просто продвинуть до конца? Может. Я не знаю, мне кажется, мы его сейчас добьем. А если нет, то тогда да. Да сдохни ты уже! Ты серьезно, внук, что ли? Может, надо этих убить сначала всех? Да не может быть такого. А, вот же не пошли на улицу. Че там был за блюк? Ну, видимо, у него на эксперте столько жизней, что, блин, задолбаешься долбить. Ясно. Че, пропустить нельзя? Да, нас переводим. Так я уже это не читал, на их, кстати. Мне нравится, как его рожа наполовину синяя. Он это, загадочный парень. Особенно с таким-то шнобелем. Он грузин. Да. Ну это из-за особенностей это самый Дэндины. Она не может много спрайтов на линии изображения. Так, тут, мне интересно, а супер здесь есть? Нет, да. Блин, а вы его не держите. Чтоб супер это сделать. Я даже не хотела брать это мясо. Очки чуть понять, я только сейчас заметил. Мне сейчас было 4000, а стало 2000. Не знаю, что-то. А, бери.
не моему разуме нравится, как он у тебя танцует. Все, знаешь, так еще рукой так, типа. Че почем? Не знаю. Кстати, что насчет втроем-то вот та игрушка? Капитан Команда? Ну не знаю, будет этот двушарый-то. Спросим, у него спросим. Как раз под музыку. Я тебе говорю, я еще так, носочками. Тыкс-тыкс-тыкс-тыкс. Ты скромняшка. Да вообще, я скромный блондинка. Так, сейчас я с другой стороны зайду. Не канает. Как он там-то оказался опять? Миракл. Он физрак. Холмен. Человек по вызову. Круто. Да. Что только не придумал. Умри, 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 умри. Ты знаешь, ты это? Почему-то вот я на него смотрю, мне так не надо стесняться. Вот опять, у меня было 4000 и сбросилось на 2610. Каждый раз, когда я что-то беру, у меня очки сбрасываются на 2500. Чего, почему, так фиг знает. И в розовом, да, вот там. Да модный чел. Эти люди очень странные, которые закатывают. Да. Надо стесняться. Я обожаю этого чувака теперь. Вот просто за его вот это пританцовывание. Это что такое было сейчас? Не знаю, но это вот это карандаш. Огромный карандаш. Холм.
Это чувствую, игра что-то какая-то легкая вдруг. Ну. Надо же какую-то хрень поставить, чтобы фиг вернешься. Ой, по-моему, в той игре не было такой фигни. Я был, конечно. Китайцы, блин. Вот не надо грешить на китайцев. Нормально же сделали, в принципе. Меня бесит этот карандаш здоровый. Сейчас просру жизнь из этих карандашей. Кошмар. Великий карандаш судьбы. Угу. Просто целая жизнь в топку. Пожалуйста. Спасибо! Слышит меня великий карандаш и смилостивился он надо мной. Во имя великого карандаша. Во имя стержня, дерева и святой резинки. Какой святой резинки? Не знал. Все. Не знаю, просто. Жрательной резинки. А ты что подумал? Учитывая сегодня... Учитывая... Что-то тебя не туда прет. Учитывая сегодняшнее твое настроение, я подумал... Сама знаешь о чем. Меня туда несет. Меня, главное, не туда несет. Так ты же подумал, что за резинка? О чем вообще? Так не я же ноги задирал. Ты все этот прикол припоминаешь, да? С игрой тупой. Чувак радовался, бежал, блин, со всех ног домой, а ты ноги задираешь. Да, он задирал так сильно ноги. Я и сказала... Ну он с войны домой бежит, чё ты? Да? Да. Вижу, он радуется так. Все бы так радовались. Ты бы офигел, блин, чтоб все так радовались. Вот так вот, аж со всей силы. И, кстати, ты опять сейчас ноги задираешь. Ну это ее проблемы. Это не мои проблемы. Я ей только управляю. Это что за зомби еще тут? Я буду мелких сошек купить. Музыкальный настрой. Да. Не надо стесняться. И куда это они ушли в стенку так? Они призраки. Или великий карандаш даровал им силу. О, девки. Девка по кличке Доллар. Вот какую она цену себе ставит.
дешево так. Дешевка. Хотя сейчас сколько долларов-то? 70 рублей. Нет, раньше было 30 рублей. Ну, раньше это... был 1,5 рубля. Не, я вспоминаю, когда вот вообще был раньше. Вот, рублей 30. Ну а сейчас за 70 рублей отдается. Ощущение, что твой мужичок без разницы под какую музыку, но он попадает под своим тазом. Такой. В ритме, в теме, парень. Он ниндзя. Танцевальный ниндзя. Да. Так, ну кто тут написал? В кедах. Танцующий ниндзя в кедах. Фига, она мне с ноги прописала. Потом гляну, ладно. Чё-то как-то... Злой ты, жечь баб, жечь баб. На костре инквизиции, блин. Умри, ведьма. Сгори заживо. О, а я думал, когда он появится, я думал, его не будет уже. Андрейка. Ну тот, который здоровяк все время бодался. Второй части. Ба, чё это у этого босса так мало здоровья? Ну окей. Да. No problem. И чё, всё? Нет. Я не знаю, как в этой пиратской версии нафиг. Ну, по идее, у нас еще два уровня должно быть. Проверим. Что-то одна и та же песня постоянно. Не совсем. Ну, вот эта песня уже играла. Ну, что ты хочешь? Ты же говоришь, это из Дэнди взято. Ну, в смысле, из оригинальной первой части. А там всего 5 уровней. В чем прикол? Выходить, я ему пнула, взял, пошел обратно. Окей. Окей, здесь я ему по мозгам получаю, пойду в другую сторону. Опять зомби пришел. Зомби Андрейка. Это мы вот на эксперте, да? Да. Ты заметил, что мы
как-то не особо тогда мы тратим жизни. А конты-то тут есть, да? Хрен его знает, а сам первый раз в это играю. Да, учитывая, что они походу и не понадобятся даже. Это где-то странно. Ах ты, подальщик, а? А нам здоровье восстанавливают каждый раз, когда мы уровень проходим. Ну, видишь, вот теперь все целое. Смысл вот в этом яблоке, блядь? Тоже не знаю. Наверное, в очках. То есть здесь очки отнимают, когда что-то поднимаешь, ты. Да? Ну, я же тебе говорил, когда, каждый раз, когда я поднимаю что-нибудь, у меня 2000 становится. А у тебя, кстати, 5000 становится, я не знаю почему. Кстати, сиди, скушай яблочко. Скушай яблочко. Отдай. Вот, видишь, у тебя 5000 стало опять. Сейчас было 6 с чем-то, сейчас 5400. Офигеть. Хотя, по-моему, они ни на что не влияют, как я заметил. Пять восемьсот. Наверное, 6000. 6000. Ты смотри, человек. Ах ты, подальше, да? По крайней мере, тут этого нету. Обнимашки! Ну вот, 5 спор. Блин, ну, у меня аж голова, говорю, так теперь. Ниндзя-танцор. Хрена она. Сучка. Крашена. Психует, видать. Я бы тоже психовала. С такой, с таким-то именем.
этой подачи. Его шефа лупасит, на ком ходит туда-сюда, спокойненько такой. Это просто так нелепо выглядит все. Все сражение. Хлопки какие-то от петард. Толупи его. Наверное, это компенсация за предыдущего босса, у которого здоровья не было ни хрена. Не надо стесняться. Вот так. Так, это последний, да, сейчас он? Какой у тебя странный нос, чувак. Я бы сказал, Шнобель. Что-то мы там же оказались, где были. Или просто похожи. По идее, да. Типа мы искали, 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 а оказалось, что то, что мы искали, у нас под ногу. Да. Это по истории так? Угу. Да. Это если вкратце. Хотя уровень, по-моему, действительно не тот, который должен быть. Наверное. Дальше правильно. Потом на лифт. Может, лифты пропустят? Thank you.
Да ладно, что, в финале босс уже? Мы же на крыше должны быть. Я не говорю тебе, что может сократят и не сделают никакого лифта. Ну, так неинтересно. Ну, хоть музыка эпичная, ладно. Мы даже еще до лифта не проскролили. Там, а видишь, куда я бью? Ну, как обычно. Тут, походу, не будет лифта никакого. Обидно. Я хочу лифт. Хочу лифт. А я уже думала, это финальное, там специально типа так мигает, там экран краснеет. Походу нет. О, наконец-то. Дохни, скотина. И? То есть мы побили чувачка. Все само собой начало взрываться. Да. Что-то как-то я не почувствовала эксперта никакого. Да-да. Почувствуй нашу тяжесть. Того. Заметь, у него смайл на пуске, на затылке был. И даже титров нет. Вообще. Ну, вообще. Всю концовку слили, а? Да.